Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 9 апреля. Поехали! На Аркадину, штат Луизиана, США, вечером обрушился штормовой ветер с дождем. В некоторых районах сорвался и град. Температура снизилась до 5 градусов Цельсия. Сообщения о повреждениях пока не поступали. Сильный шторм с дождями, грозами и сильным ветром также пронеслись по Техасу, Северной Пенсильвании и Нью-Джерси. Местами вырваны и повалены деревья, сорваны крыши домов. Порывы ветра достигали до 30 метров за секунду. В столице Таджикистана впервые за 26 лет в апреле выпал снег. Высота снежного покрова в некоторых частях столицы достигала 18-20 сантиметров. В середине весны снег – редкое явление для Таджикистана. Прошлой зимой снега в стране практически не было. Зимние осадки вызваны арктическим циклоном, который принес похолодание в Центральную Азию, в том числе и в Таджикистан. Вулкан Шевелуч, расположенный на острове Камчатка в северной части Евразии, на территории России, в среду выбросил столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 45 километров к югу и юго-востоку от горы в сторону Камчатского залива. Мексику посетила тоже плохая погода. Сильный ветер с ливнем крупным градом обрушился на населенные пункты штата Нуэво-Леон, Мексика. Повреждены крыши домов, а также побито много автомобилей, разбиты лобовые стекла, помяты крыши. Саудовская Аравия в этом месяце испытывает постоянные пылевые бури. На этот раз ее накрыл грозовой фронт с ливнями, грозами и пылевой бурей. Видимость упала до 5 метров, порывы ветра были до 20 метров за секунду. Изменения погоды и холодный фронт не прошли стороной и Пуэрто-Рико. В районе Мариана и Нагуаба в восточной части острова прошли внезапные наводнения. Все это действо сопровождалось порывами ветра до 30 метров за секунду. Метеорологи на ближайшие дни не прогнозируют осадков. Спасибо вам за просмотр, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы оставаться в курсе всех событий. Спасибо за внимание и до завтра.